Здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Станислав. Я из Новотроицка. Мне 24 года. Я учился в средней школе, потом пробовал в институте в научной форме обучения на экономиста. Да, но у меня не получилось. Потом я уезжал в Питер. Там тоже ничего не сложилось. В общем, мне сложно признаться, я впервые здесь в вашем кружке. Раньше я мечтал стать актером или певцом, но я стал дворником.
Thank you.
Я был среди вас. Я тут обитал. Вы смотрели на доску, а я в облаках витал. Вы были красивы, в глазах сверкали искринки, а я был пустым местом, словно я невидимка.